Я расскажу вам о направлении подготовки «Иностранный язык» и «Иностранный язык». В чем особенность нашей программы? Во-первых, это два иностранных языка. На первом курсе вы начинаете изучать английский язык, а уже на втором – немецкий или французский. Через 5 лет обучения по программе бакалавриата вы свободно говорите на двух иностранных языках. Во-вторых, это основательная методическая подготовка. Чтобы стать хорошим преподавателем, недостаточно только говорить на иностранном языке. Нужно еще и хорошо разбираться в методике преподавания первого и второго иностранного. Мининский университет сохранил классический 3-летний курс методики преподавания иностранных языков, включающий в себя 3 производственные практики на 2-м, 4-м и 5-м курсах. В-третьих, это перспективы, которые открываются перед вами по окончании обучения. С одной стороны, вы можете начать профессиональную деятельность и работать в школе или в частном языковом центре. С другой стороны, это возможность продолжить обучение по программам магистратуры. Мининский университет предлагает 2 программы магистратуры, связанные с иностранными языками. Иностранный язык английский и современные технологии преподавания немецкого языка как иностранного. По обеим программам университету выделены бюджетные места. Также вы можете продолжить свое образование по смежным программам, например, психология, бизнес-педагогика или международные отношения. Если 2 иностранных языка – это не предел, то для будущих полиглотов в языковом центре Мининского есть возможность дополнительно изучать китайский или другие европейские языки. За программой «Иностранный язык» и «Иностранный язык» закреплено 20 бюджетных мест. Чтобы поступить к нам, нужно сдать ЕГЭ по иностранному языку, обществознанию и русскому. Добро пожаловать! В нашем университете очень сильный и понимающий педагогический состав. Поэтому каждая пара для нас – это не просто занятие, а всегда что-то новое и интересное. Перед поступлением я долго думала, на какое же направление пойти. Я выбрала английский и немецкий и ни разу не пожалела о своем выборе. Ведь только здесь я получила самые ценные знания, которые пригодятся и в моей профессии, и в моей будущей жизни.